Всем привет! Сегодня я хочу сделать меховые наушники. За основу я возьму старый обруч и кусок натурального меха. Конечно же, можно использовать и искусственный мех, а также любую плотную ткань. Также мне понадобится трикотажная черная ткань, нитки, иголки, клей-пистолет, кусочек черной атласной ленты и синтепух для наполнения нашего наушника. Из черной трикотажной ткани я сошью чехол для моего обруча, потому что сам по себе он не очень подходит под наушники. Также из этой ткани я буду делать внутреннюю часть самого мехового наушника. Лучше всего брать трикотажную, потому что она тянется. Тогда очень легко будет ее обшивать и наполнять утеплителем. Ну что ж, давайте приступим. Ну что ж, друзья, вот такие вот меховые наушнички у нас получились. Как видите, на внутренний шов ободка я наклеила ленточку. Чтобы упростить себе работу, вы можете шить не руками, а на машинке.
Также вместо синтепуха как наполнитель можно использовать поролоновую подкладку. Просто вырезаете нужного размера, нужной формы кусочек и вкладываете в само ушко. Вы можете еще больше упростить себе задачу. Берете большие наушники с ободком, ободок обшиваете, а на сами наушники нашиваете вот такие вот чехольчики. И не нужно думать и ломать себе голову, как прикрепить наушник к обручу, чем его наполнить. То есть у вас макет уже готов. Достаточно его просто, так сказать, украсить. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пусть в холодную погоду ваши ушки будут всегда в тепле. Всем пока!